В избирательный округ депутата Государственной Думы Российской Федерации Аркадия Пономарева, кроме сельских Новоусманского, Каширского и Лискинского районов, входят еще Железнодорожный, Левобережный и Центральный, столицы Черноземья. Люди с нетерпением ждут каждый месяц региональную неделю, когда народный избранник проводит приемы граждан, для которых Аркадий Пономарев зачастую последняя инстанция для решения важнейших социальных проблем. Мы занимаемся сейчас вопросом, который связан с закрытием больницы номер 11. Больница является такой, которая делает операции на спинном мозге. Очень там много больных, которые после инсульта долечиваются. Больница имеет полный комплекс восстановительного лечения после инсультных больных. Успешно делаются операции на позвоночнике, и поэтому мы хотели бы, чтобы эта больница продолжала функционировать, потому что она очень востребована, очень нужна людям. А эта больница сохранила много жизни и здоровья своим пациентам. Ее только нужно довести до современного уровня в каком-то необходимом оборудовании, медицинской технике, и финансирование, чтобы шло каким-то образом нормальным. Но люди сейчас очень огорчены и в больнице, и в поселке тем, что больницу закрывают. В ходе приема поднимались такие вопросы, как строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Электроника. И в том же Железнодорожном районе необходимо или капитально отремонтировать, или построить дом культуры в Краснолесном. В Левобережном районе остро стоит проблема канализования частного сектора на Ваях, а также попросили помощи в изменении маршрута автобуса номер 105 из Воронежа в совхоз Масловский. И все же самым сложным стало обсуждение судьбы Сомовской больницы номер 11. Народ просит, чтобы надо все-таки больницу оставить и помощь нам профинансировать, закупить оборудование. Последние 15 лет в эту больницу ничего оборудования не поставлялось. Работают они на последнем, что было, что у них было. Новейшее ничего нет. Ребята высококвалифицированные, проходят повышение квалификации. Вообще, хорошие ребята, да, хирурги. И медсестры, конечно, соответственно. Очень жаль, если так это произойдет. Мы принесли ходатайство, подписанные 191 человек. Мы принесли. И, просим помочь, если это, конечно, в ваших силах, как-то увеличить финансирование, обратить внимание на эту больницу. Дискуссия шла жаркая, и аргументы заместителя руководителя Департамента здравоохранения Воронежской области Леонида Меремьянина никого не убедили в правильности принятых его ведомством решений. Особое беспокойство это вызвало больница в Сомовском поселении. Достаточно известная больница, где проводились в том числе и серьезные операции на позвоночнике. И вдруг жители приходят с очень большим количеством подписей, что больницу собирают закрывать. Представитель департамента ничего внятного на эту тему сказать не мог. Он рассказывал про какие-то нормы. Но, на мой взгляд, все его так называемые объяснения, это даже не объяснение, это просто разговор ни о чем. Они, во-первых, не отражают сегодняшних направлений, которые были высказаны и в послании президента, и губернатор тоже на эту тему высказывался. Закрывать больницы населенных пунктов, где 25 тысяч населения, обосновываясь какими-то неясными причинами, на мой взгляд, это просто преступление. Поэтому, я думаю, мы вмешаемся в этот вопрос, чтобы, по крайней мере, эта больница, как лечебное учреждение, была сохранена в этом поселке.